Думаешь, хватит? Если не хватит, вызовем подкрепление. Слушай, я... Я там еще ни разу не был. Черт. В океане. Не нырял. Ты мог бы показать, как это делается? Ты серьезно? Ну, да. В смысле, ты серьезно не взял ни одного урока по дайвингу? Ну, в общем, да. Я хотел, но не вышло. Времени не было, я все лето работал. А, понятно, понятно. Эй, ты чё? Ты хоть знаешь, сколько эта камера стоит? Брата, полегче. Что? Джулия и Конрад, они... Ну, это, как сказать, капец богатые. И? Париться из-за мелочей не круто. Не хочу жалеть, что взял тебя. Слушай, ты же знаешь, я... Я тяжело с людьми схожусь. Все, ладно, проехали. Брэд. Ты здесь не потому, что ты мой брат, да? То есть, ты мой брат, но мы приятели, понимаешь? Типа? Мы здесь расслабляемся, тусим, кайф. Что ты такое несешь? Давай просто получать удовольствие. Так, амиго, встречай кавалерию. Круто. Извини, что сорвался, просто учеба в меди – сплошной стресс. Да неужели? И еще мы давно не виделись с Джулией. Сам понимаешь. Да, понимаю. Тяжело тебе. Все нормально. А? Ха, да. Кто б сомневался. Что? Конрад боится, что пива не хватит. А, это, пожалуй, лучше куда-нибудь припрятать. Точно. Эй, слушай, можно тебя кое о чем спросить? Что такое? Да просто я тут пытаюсь принять одно важное решение. Не бросить ли мединститут? Нет, но... Ну, это тоже очень важный вопрос, понимаешь? Сложно сделать правильный выбор. Слушай, сердце, любишь? Вперед! Привет! Пардон. Конни, это Алекс. Привет. Чё, как? Конрад. Берегись, сестренка. Здесь дамский угодник. Рад встрече, Конрад. Это, кстати, Брэд, братишка. Привет. Брэдли! Мы будто знакомы, я столько о тебе слышала. Ну да, аналогично. Скучал? Чувак, давай по пиву, что ли? Каждую секунду. Ха. Прошло слишком много секунд, ковбой. Девушки не любят, когда... Да. Круто. Супер. Я люблю пиво. Ты, брат, птица высокого помета. Полета. Не занудствуй. Раньше уже погружался? Вообще нет. Сегодня я впервые нырнул. Первый раз? Круто! Эй, это будет не больно. Обещаю. Я буду нежен. И где капитан этого корыта? Предложила бы вам располагаться как дома, но вижу... Все на борту и готовы отправляться в море? Ну, если ты предлагаешь...
не держи в себе. Ты, может, хочешь прилечь? Да. Пожалуй, надо бы. Да уж. Посмотрим, что там есть. Может быть, вот здесь? Далековато от курса. Я думал про запасные точки, если на камере ничего не окажется. Я раньше не слышала про рэк, который вы ищете. Обычно в таких местах полно дайверов. Да. Этот не такой. Просто если будет поздно, можете в других местах погрузиться. Я знаю крутые точки. Брэд все рассчитал. Если он говорит, что рэк там, он там. Нет, ну решать тебе. Но знай, вечно солнце светить не будет. Пойду помогу Конраду и Джулии с камерой. Что у вас? Вы только полюбуйтесь. Выходит, Брэд все правильно рассчитал. Я в нем и не сомневался. Он молодец. Здорово помог. Флис, мы нашли самолет. Да? Да, времен Второй мировой. Мы готовы нырять. По правилам, мы должны сообщить о нем портовым властям. Он не зарегистрирован. Ага, по правилам. Точно не хотите сделать все по закону? Слушай, просто скажем потом, что ныряли и нашли его. Какая разница? Полагается. Мы что, в детском саду? Я предупредила. Да если мы просто посмотрим, кто узнает? Ладно. Только давайте быстро. И ничего там не трогайте. А что, не дождусь, когда можно будет нырнуть. Я буду первой, представляете? Еще немного, и можно будет вас запускать. Я подготовлю баллоны. Парни осмотрят снаряжение. Ты проверь камеру, вдруг увидишь что-то полезное. Окей. Эй, проверь, как там твой брат. В хвосте есть небольшая дыра. Посмотри. Снаряжение почти готово. Слушай, спасибо еще раз за крутую снарягу. Качество тут решает. Ага. Что? Кишет не соревнуется в размерах с твоим членом. А если бы соревновался, я бы достойно выступил? Ну, если с поправкой на инфляцию. Должна сказать, я пока не в восторге от нашего капитана. Согласен, когда уже она от нас отстанет? Мы же ей заплатили целое состояние. Да уж, это точно. Я понимаю, есть правила. Но если никто не узнает, в чем проблема? Ага, вот и я о том же. Ладно. Я пока займусь ребризерами, а потом мы вместе завершим подготовку. Окей. Скажи, когда будешь готова. Что-то тут не то.
Привет. У нас тут правила не просто так придумывают. Вам стоило бы об этом помнить. Да. Ты прости, что так вышло. Все немного на взводе. Просто мы давно уже планировали эту поездку. Понимаю. Но есть же правила. И законы, и обычаи. В этих правилах нет ни одного случайного пункта. Сколько на твоем счету погружений такого рода? Ну, нырял к паре реков. Не эксперт, но опыт имеется. Если это твой первый незарегистрированный рек, имей в виду, что нужно следовать определенному протоколу. В конце концов, это может быть солдатская могила. Тревожить ее незаконно и аморально. Да ладно, тут кроме нас никого нет. Кто узнает-то? Поймите, наш маршрут зарегистрирован. Если кто-то увидит, что в самолете были дайверы, нас тут же вычислят. Особенно, если в сети появятся сувениры. Знаешь что? Я вас не держу. Просто соблюдайте там правила. И постарайтесь, пожалуйста, не подставлять мою задницу. Что это вообще такое? Похоже, Джулия взяла с собой все. Если б не цена, запах и запах. Но она счастлива. Ребята, баллоны уже готовы. Че как? Как дела? Извини, это пиво меня подкосило. Эй, все это часть приключения. Извини, что путаюсь под ногами. Да ладно тебе. Эту поездку не так просто испортить. Отдохни пока. Вылезай, как полегчает. В общем, это ребризер. Он гораздо круче обычного акваланга. Он берет весь углекислый газ, который ты обычно выдыхаешь в воду, и быстро рециркулирует его. И он снижает время декомпрессии при подъеме. Классная штука. Проверила? Эй, полегче, торопыга. Сперва кислород проверь. Спасибо за помощь. Ну ладно, рыбки, ныряйте, а я посмотрю, чем занята Флейс. Веди себя хорошо. Капитан, вам сообщено. А ты никак не сдаешься, да? Ты с камерой? Я за главного. Давай сначала сфоткаемся. Скоро мы будем вдвоем. Повезло так повезло. Все, детишки, можно нырять. Только не забывайте о правилах, пожалуйста. Может, включим ее сегодня ночью, когда будем погружение праздновать? А ты свою палку возьмешь? Моя палка буквально пронзит палубу. Более-менее.
жалко, что Флис зануда. Она думает, мы будем грабить самолет? Эй, сувенир, это... Одной вещице никто не пострадает. Я никому не скажу. Ха, ну, вряд ли Рэг проверяют каждый день. Вон. Силуэт. Это он. Ух ты! А он гораздо больше, чем я думала. Черт. Еще и нетронутый. Это же охренеть какая находка. Давай поплаваем, поищем вход. Ну, капитан, как насчет ПМТ со Старпомом? С кем? С каких пор ты Старпом? Молотком? Нет. Пылкий юнга? Все равно нет. Твой щедрый красавчик-клиент просит тебя составить ему компанию за бутылочкой ледяного пива. Ладно, давай. Красивый у тебя корабль. Где деньги взяла? Это долгая история. Все сложно, сразу и не объяснишь. Да и я парень непростой. Давай. Ну, я несколько раз ходила в банк и подписала там кучу бумаг с большими цифрами. Так, ты взяла кредит. А ты умнее, чем кажешься. Если захочешь, может, моя семья вложится в твой бизнес. Очень щедрое предложение. Думаю, его вполне можно обсудить. А, знаешь что, я лучше позабочусь, чтобы Дюк оф Милан вел себя хорошо. Да, капитан. Погода ясная. Надо приглядывать за облаками. О-оу. Становится довольно людно. Зачем я их тут держу? Ну чё, как дела? Судя по всему, ты уже начал расслабляться на полную. Я человек многих талантов. Жаль, что обаяния среди них нет. А, мое обаяние, оно как бумеранг. К
Кажется, что его нет, а тут раз, и ты в отрубе. Ты несешь какой-то бред. Мне надо следить за погружением, но буду рада продолжить этот разговор чуть позже. Я уделю тебе все свое внимание. Наедине. Правда? То есть совокупим наши представления о мире в приватной обстановке? Ого, какой необычный рэк. Теперь не влипнуть бы в неприятности. Джулия, это Дюк. Алекс, это Дюк. Ну, здрасте, капитан. Могу я чем-нибудь помочь? Вообще есть пара идей. О, я слушаю. Может, потом, если меня не выбесишь. Привет, маленькая. Чем нужно? Это не береговая охрана. Значит, мы не арестованы. Что нам теперь делать? Что-то тут не то. Ты сейчас не лезь и лучше помалкивай. Понял? Эй, туда нельзя! Вы что вообще делаете? Нам лодку повредили, видели? Посмотрите. Мы можем это легко уладить, не волнуйся. Что скажешь, баксов 10 хватит? О, понял, виноват. Пусть будет 20. Ай, ну блин, хочешь сказать 30? Можно и 30. Вижу, с вами не поторгуешься. Лады, вот, держите. Я иду ва-банк.